Для сотрудников районного управления информационно-аналитических работ Новый год начался в обновленном здании. Будучи открытым 15 лет назад, там ни разу не проводился ремонт. И вот теперь, благодаря администрации Ленинского района, управление стало удобным и современным. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. Управление информационно-аналитических работ Ленинского муниципального района – это место, где 10 сотрудников выполняют функцию органа статистики, а именно собирают, обрабатывают и предоставляют информацию, полученную от организации и предприятий района. Здесь обслуживаются порядка 6 тысяч юридических лиц и 3 тысяч индивидуальных предпринимателей. Но, к сожалению, последние годы здание управления находилось в плохом техническом состоянии, поэтому в конце 2013 года администрации был запланирован его капитальный ремонт. Досадно, что столько лет здесь не было ремонта, но и здорово то, что этот ремонт сделан. И теперь, как и сотрудники этого подразделения будут в достойных условиях работать, так и важно то, что посетители, а их много. Ремонт помещения производился строительной организацией Су-38. Денежные средства были выделены из бюджета Ленинского района. Всего на обновление управления было затрачено более 5 миллионов рублей. Полностью произошла замена электроники, окон, появилась система кондиционирования, новая пожарная сигнализация и охранная система. Мы его же все-таки большую часть жизни, вообще, если так скажем, проводим на работе все время, да? И поэтому также, когда мы тебе хочется приходить, чтобы у тебя было хорошо, чисто, уютно, так же и на работе хочется, так же, чтобы была чистота и порядок. И в преддверии Нового года получить такой подарок от администрации района, то есть, ну, это действительно подарок. Здесь все сделано для комфортной работы служащих. Достаточное количество шкафов для хранения бумаг, современная арктехника, новая мебель. И вот после долгих лет неудобств сотрудники управления с восхищением делятся впечатлениями о ремонте. Все так светло, у нас так было темно, сейчас так все светло, прекрасно. Кондиционеры наконец-то у нас появились. В планах администрации района в этом году отремонтировать еще больше помещений, где находятся государственные учреждения. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.